наверное, все полные. Хоть и кризис. Вот пятница, 22 мая. И вот, наверное, вся полная. Все столики заняты. Собачка спит. И здесь тоже людей, шум и гам. Огонечительно. Репортаж. Рядом с дорогой. Не. Рядом с дорогой. Все. Гудит. Это наш поезд, который в старый район города ездит. Эта дорога перекрыта. Вообще по ней должны ездить машины, но ее перекрыли. И по ней сейчас люди ходят. Именно, не знаю, сегодня, завтра. Я не знаю, ну вот именно на период этих праздников. Площадь Свободы, Платье Лифтерес. Это у нас такой самый крупный киоск, ларек, журнальчики, игрушки, все подряд, еда, напитки. Магазины открыты. Ну, хотя уже 10 часов вечера, 11 час. У нас такие вот баки поставили для стекла. Это рядом для бумаги, для пластика. Здесь посреди дороги играют баскетбол. Народ наблюдает. Начала капать дождь. Женщина-судья. Люди сидят. Покажу вам. Вон. На ходулях женщина. Людей вышли и... Хотела показать вам витрины. Столько людей, что к витрине не подойти. Магазин.
Багдо, колье 50 евро, платье 187 евро, блуза 90, это блуза 90 евро, платье 187, а вот здесь это платье 171. Девушка замерла. Прикольно, красиво. Танцует.